Что такое? Ты, Агата, знаешь, что это? Может, это колбасное дерево или хлебное? Ну, не факт. Что, вкусно пахнет, Агатик? Так, ну что, купишься? Вот такие цветулечки. Опа. Очень хорошо, надо сорвать. Какие-то такие баклажаны. Вообще понятия не имею, что это, но позарез надо. Мне нужно, но я не оторву. А, вот они валяются. Что их открывать? Или они старые? Свежие, давай вешать. Не знаю, понятия не имею, что это такое. Эти колбасы валяются вообще по всему море. Внутри вон какая штука загадочная. Внутри вон какая штука загадочная. Дома расковыряем. Что такое? Ты, Агата, знаешь, что это? Может, это колбасное дерево или хлебное? Ну, не факт. Что, вкусно пахнет, Агатик? Так, ну что, продолжаем. Давай разрезай одну штучку, а вторую, если что, посмотрим. Я даже не знаю, как их. Да. Ну, я тоже не знаю, как их резать. Ну, слушай, ну так дольше резать, она тугая такая. Вот тут отрежь, что будет там. Дома не снимаем, потому что нету хорошего освещения. Ну, вернее, оно есть, но не то. Ага, как тыква. Тыквенные какие-то семечки. Ну, на запах, как простой корнеплод. Да, на, ну не хрен, то есть нету такой ядрёности, но вот запах похож на хрен, что-то такое вот. Ну, в общем, надо будет как-то наковырять. А как их наковырять? Никак. Ну, почему? Наковырять сейчас. И посадить. Будет у нас эти колбасные деревья. Много. Много колбасы. Не знаем еще, что это такое. Ну и потом отковыряем тогда. Или, ну, варить нельзя. Оно тогда не взойдет. Угу. Косточка какая, покажи. Как у грейпфрута почти получается. Тяжело ковырять, да? Угу. Да, плотно здесь такая, очень твердая. Агата, тебе нужна такая колбаса? Блин, она лижет ее. Не знаю, насколько там. Полезно или нет? Лизнуть надо. Давай лизнем, что это. На редьку похоже, вот что. Прям редька-редька. Ну, я говорю, корнеплод какой-то. Или, ну репа-то сладкая, а это вот это редька. На дереве, это вот, да. В земле. Ну, вот тебе. Самое на что похоже, это редька. Редьковая вот колбаса. Чистая семечка. С этим, а какие? Ну как у цитрусовых семечек? Не знаю, мне больше похоже на кукурузу. Нет, честно, не фокусируется на камере, потому что я же вообще сюда в камеру не смотрю, что. Ну они разного размера совершенно какие-то. Угу. Ну в общем понятно. Не знаю, что это такое интересное. Ну вот экзотика. Экзотическая экзотика. Да. Да, Гата. Ой, падаю. Я думаю, что если курам дать, они прекрасно будут клевать. Думаю, давай. Да. Вон они, наши куры. В огороде. Ой, убил. Убил.
Надо еще листьев будет насобирать. Потому что копошиться курам неинтересно становится. А так будет интересно. Ну вот речка. Речка. Куры. И зачем ты это делаешь? У меня там что-то вот даже вот растет. А ты взяла и расковыряла все. И мангу расковыряла. Зачем? Возможно, вот тут вот вообще папайя росла. Ты ее взяла и выковырила. Зачем? Надо? Невкусно. На. Загадка. Да. Если что, в следующем году, если не получится. Удобряем. Землеройка. Агата. Такая собака Баскервилей. Покажи мордочку, убери руку. Такой красивый. Нос красивый. Землекоп номер 2.